Всем привет, друзья, меня зовут Антоха, и это продолжение игрушки Wolfenstein 2 New Colossus. Сегодня все через жопу. И продолжаю я проходить пока второстепенную миссию. У меня уже житель один из молота Евы попросил. Так что, надеюсь, ты придумаешь, сделать, как короче, пробиться помочь. Через завалы. И что она от меня хочет? Надо узнать, или какие-то завалы, что-то. Что мне, блин, надо сделать? Ну, тут ни хрена. Какие завалы? А? Алло, блядь, какие завалы, я спрашиваю? Ты курва. Какие завалы? Что мне, блядь, надо сделать? Может, тут что-то нажать? Так, задание. Район охота побочная. Убрать препятствия, мешающие попасть на склад. Ну. Так, кажись, допёр. Чура, там держаться, капитан. Да. Всё, что не даёт открыть дверь. Допёр. Так, есть контакт. Дальше-то. Ты справишься, капитан. Да я-то справлюсь. Не вопрос. Сейчас я все препятствия только уберу. А только читал подсказку, ну, когда загружалась игра, чтобы помогайте местным жителям, чтобы убрать. Точнее, не убрать препятствия, эй, а выполнять второстепенные миссии. А сейчас я убрал препятствие, которое мешало ей на склад зайти. Тут порядок. Спасибо. Спасибо тебе за помощь, капитан. Интересно. Грейс разрешит мне организовать тут сауну. Сауну, да легенько. Так, все. Типа все. Ладно, поехали. Теперь наверх буду выполнять сюжетную кампанию. Игрушку я уже почти прошел, поэтому хочу уже допроходить, потому что интересно, что ж там будет в конце. Я специально ни YouTube ни хрена не смотрел еще, потому что не хочу портить себе представление про игрушку. Ух ты, так. Хорошо, подожди, это я... Ты что, на самый, мать его, вверх поднялся? Ну да. А, блин, мне же не надо на самый верх. Так, о. Привет. Все, теперь я там, где нужно. Поговорить с Грейс. Поехали разговаривать с Грейс. 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 Тихо, куда звон разбудишь, Эбби, я тебе шею сверну. Вот осепанно умерляну. Прости. Несколько часов не могла ее уложить. Так, пошли. Другие новости. Министр внутренней безопасности генерал Энгель поклялась очистить Америку от, цитирую, преступников и террористов. Конец цитаты. Сегодня поговорим с леди Хеленой о новом фильме, самом дорогом в истории кинематографа, который расскажет о поисках и аресте жуткого Билли. Мы зададим леди Хелене главный вопрос: кто сыграет жуткого Билли? Есть ли актер, способный передать на экране все зло одного из величайших убийц в истории? Правильно, нахер. Штаб, 5 минут. Мои братья и сестры, я уже очень много раз слышал о лидере сопротивления. Лидере по имени... Со своей рукой бедной.
так не может ее настроить. Простите, никак не настрою заразу. Хортон. Хортон и его отряд прячутся в гетто Нового Орлеана. У этого лидера есть важные контакты с другими уцелевшими ячейками сопротивления в США. Ты, Бласковец, отправляйся туда и заручись его поддержкой, лады? Да, лады. Однако, провернуть это непросто. И займемся. Нацисты окружили Новый Орлеан охеренно высокой стеной. Тяжелые орудия на вышках, а береговая линия утыкана минами. Подлодки туда не пробраться. Ну и что? Да хер с ними! У нас есть кое-что еще. Ёб твою. Простите, а что, нужна лодка? Да, твою мать. Аня, говори, куда стрелять, Грейс. Вы с Фергюсом проникнете в сторожевую вышку восточного периметра, которая на озере Борган. Отключите мины, мешающие нам войти в озеро Планчартрой. Тогда мы прибудем на этой подлодке в город и заберем всех выживших. Вау. Ого, неплохая рука. Новый Орлеан надеется на нас, братья и сестры. Так. Ну чё, Новый Орлеан? Бласковец, мне нужно, чтобы ты перебрался через эту огромную стену. Так. Ищи любой проход, который позволит тебе попасть внутрь стены. То есть, блядь, там какая-то вилла ещё. Эй, Бласко! С тех пор, как мы здесь, я не видел гражданских. А вот кого наоборот полным-полно, так это нацистов. Надеюсь, тебе повезет найти выживших. Конец связи. Я тоже хочу надеяться и верить, что мне повезет найти выживших. Так, тут у меня патронов нету. Наверное, я побегаю, я пока с двумя узихами. Так, а где отмечено было? Тут, ага, все, я понял, есть. Так. Ну, говорили, нельзя туда попасть. Сейчас все попадем. Вот и попали. Никого? Никого. Пока никого. Да ладно, что, патронов максимум? Бля. Какой я эскиз подобрал. Он прикольно, красиво. О, можно еще игрушки Макса смотреть. Нифига себе. Пистолет. А вот на пистолет я одел бы... А на пистолет я, конечно, одел бы глушитель с ЭКМ. Thank you.
О-о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 . Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Дружок, дружок, куда ж ты, блядь, текаешь? Иди сюда. Иди сюда. Сюда иди, блядь. Холодный, мать его. Так, 11 метров. 10, 9. Твою. Понятно. Ёпту. Главное с этого пидора вырубить. Вот только где оно? Фашистское отводи, а? Ага, вон там еще какой-то тяжелый перец бежит. Так, а потрошки надо ж не забывать подбирать. Твою мать! Тут еще эта хрень, блин. Так, неплохо, но я по-прежнему не могу этого... Пидор бабу найти. А, бля. До свидос. До свидос, до свидос. О, бляха, муха, я сразу. О! Дружок. Хватит уже, хорош. Хорош, парни. Хватит. Так, нет, я же. Блять. Я не хочу, а вот ты, сука, да? Ку-ку, мой мальчик. Так, чё куда? Наверх, по идее, правильно? Я тоже так думаю, что наверх. Вот ты ж, блядь, неугомонный идёт, твою, блядь, а. И ты такой же. Так, я хотел еще тут обшариться. Или тут нехер шарится. Ладно, пошли наверх. Угу. Ласковец, иди к старому зданию American Bank. Бля. Там должны укрываться Хортон и его группа. Найди их, убеди присоединиться к нам. American Bank.
Какой нынче курс доллара? Пойду я в обходную, не хочу я на этого маленького, так сказать, песика попасть. Причем реально не хочется. Задержанные. Сегодня день проверки. Офицеры по получению медицинской проверки на наличие в шее болезни. Это делается вам же во благо. Всем указаниям мы получим пищу и воду. Хорошего. Да блин, заходи, Бласкович, сука ты тупой. Собачка. Тут еще я пока что-то с ним делаю. С этой собачкой. Блядь, крокодилы могут быть. Новый Орлеан. Давай, подним. Ласковец, сука, да поднимайся. Я могу показать тех, кто тебя уничтожил. Окей, хорошо. Как мне, сука, подняться? Вот как мне, блядь, подняться, а? Вы пидорасы, вы чё, бля, говна въебали? Людей, сука. Расстреливать, мать твою, блядь, заново. На-на-на. Ты смотри. Вот это да. Похоже, придется срезать через это здание. Как? Я понял. А. В принципе, уже похрену. Нас опять спалили. Господи, блядь. Нужно запустить мостовой кран. Но. А как? А господи, вы, бля, угомонитесь или нет?
сейчас мы только фрицев всех этих нахер растолкаем. Так. Кран готов. Теперь мне надо обратно. Туда наверх. Ага, все. Дорога есть, я помню. Еще я теперь на мостовом кране куда-то буду мантулить. Продолжаем путь от вышки. Мины обезврежены. Фергюс пошел в разведку. Только что столкнулись с нацистами. Еле выжили. Уильям, не знаю, нормально ли это, но кажется, я из-за беременности слегка возбуждаюсь. Ёпки, ничего себе. О боже, на эту частоту все, что ли, настроились? Да. Да, Макс Хас. Ух ты, выбраться из депо. Ладно, друзья, попробуем повыбираться из депо. Как это недоступно? Что, наверх? Да, да. Ура! Я выбрался. Ты... О, сука! Судя по всему, там кто-то сражается. Судя по всему, мне, наверное, надо идти вот сюда. Так, что тут за вакханейшн творится? Пожрать плоть нацистов? Что за херь вообще? Нормально общаюсь, вот. Нормально общаюсь. А, Я теперь, да? Если б сынок еще, сука, умел лазить нормально по лестницам. Ну уже, сынок, держи руку. Все, отлично. Ты священник? Добрались мы. А, это! Нет, до главного нет. Борца. Я нашел эти тряпки на улице. Я Хортон. Уильям Джей Хортон. Бласковец. Бласковец! Жуткий Билли, а ты пламя, сынок. Ты разве не помер? Мне полегчало. Ну, жуткий Билли, не хочу грубить, но... Зачем тебя сюда занесло? Помимо спасения наших шкур. Я из круга Крайзал. Мы начинаем революцию. Серьезно? Здесь последнее пристанище раковых клеток вольнодумства, распространившихся по всему югу и дальше. О да, мы изгои и нищеброды.
То есть все, кто не относится к проклятой американской буржуазии. Вот этот человек, наливающий себе выпить, это мой старый друг Пэрис Джек. Пэрис Джек, дебошир, ловкач, убежденный анархист и офигенно играет на кларнете. Верно, Пэрис? Я не трублю об этом, я просто трублю. На улице тихо, Хортон, никого. Стой-ка. Да, на улице тихо. А вот это профессор. У нее глаз алмаз, пятно на коровьем заду за 100 ярдов увидит. Гребаные нацистские твари, пусть только сунутся, мы им шепоты поотрываем, это точно. Один славный бой напоследок, аллилуйя! У тебя полно славных ребят. Идите к нам, хорошие люди всегда нужны. И как ты хочешь устроить свою революцию, жуткий Билли? Жуткий Билли? Мать твою, это же он. Да, сука, тебя не убило? Похоже, наш друг взял да послал святого Петра нахер. Он из круга Крайзау, живая легенда. Я знаю, кто он. Ах, твою мать. У нас гости. О, сейчас будет оборона, походу. Пэрис, у меня слегка дрожат руки. Успокоишь мне нервы? Сейчас мы это исправим. Мне мама говорила... Не верь тому, кто не умеет пить виски. Так что садись, жуткий Билли, и пей до дна. Это что еще за херня? Пойло старины Хортона. Твою мать. Слушай, жуткий Билли, я уважаю твой порыв, но ничего уже не попишешь. Весь мир утонул в толчке. Нам лишь остается пить виски и смотреть, как его засасывает в ворот. Ожидал, что ты окажешься таким тупым. Мы хотели устроить революцию еще до того, как сюда явились нацисты. Мы первыми начали борьбу за права человека. Ты знаешь, что такое права человека, жуткий Билли? Не знаешь? Ты же просто солдафон, да? Слушай, я рисковал жизнью за свободу. Справедливость, американский образ жизни, пока ты и твои богемные дружки раздавали большевистскую пропаганду и агитировали на каждом углу против призыва. Какая нахер польза от равенства, если у тебя кишка тонка встать на защиту страны, когда в дверь скребется голодный волк? Мы боролись с империалистической военной машиной Соединенных Штатов Америки и алчными буржуями с Уолл-стрит. Они спешили отправить детей пролетариев на смерть, в чужие земли и нажиться на этом. Это не их сыновья проливали кровь в боях, нет! Они звали таких, как ты, выполнять грязную работу, а сами подсчитывали барыш. Ты пешка, марионетка, воротил из золотых особняков. А я вовремя понял, к чему идет дело, и послал их к черту. Но вы все же здесь с оружием в руках. Убиваете нацистов, как и я. Разница лишь в том, что вы опоздали. Может, надень бы вовремя форму, мы бы выиграли войну. Не пролей эту дрянь на стол, Хортон, она его проест. Ты напьешься, жуткий Билли. Храбрый прихвостень властной элиты. Слушай-ка, у меня нет времени на эту херню. Пора решать, сдаться и сдохнуть или дать бой. Жуткий Билли, я не хочу с тобой спорить. Я уже устал сражаться. Устал? Иди нахер! У меня скоро родятся дети. И я не хочу растить их в мире, где всем заправляют нацистские твари. Ну так что дальше? Спившиеся, трусливые и безголовые, большевики-вражденцы, в предатели пойдете. Боже, боже. Не видел, чтобы кто-то связно говорил после 2 стопок пойла старины Хортона. Ты молодец, Билли. Смышленый мужик. Ну ладно, устроим революцию. Рубай! Хайрис целый месяц ковырялся с этой собачкой. Твою мать, приручил ее? Залез под капот, подергал провода. Всего-то. Хайрис парень умный, всегда сообразит, что к чему. Ну и какой план? Ты поедешь на ней, ковбой, да, сэр? Ты выскочишь и отвлечешь нацистов, а мы тем временем отправимся в порт вместе со всеми, кто уцелел после чистки. Понял. Надеюсь, эта твоя лодка придет. Она придет. Воу, полегче, легче, слышь? Вот так. Учти, она у нас капризная. Хортон, бегом наверх. Нацисты слетелись, как мухи на говно. Проверка, проверка. Все в норме, жуткий Билли. Вперед!